Теперь кадры, которые обнародовала сегодня Федеральная служба безопасности. Сотрудники спецслужб обезвредили банду, нелегально поставлявшую в Россию оружие из Европы и с Украины. Это кадры оперативной съемки. Организаторов преступного бизнеса взяли с поличным в Смоленске при попытке сбыть очередную партию товара. Одновременно еще в 12 российских регионах были задержаны другие участники группировки. Сообщается, что среди них трое действующих сотрудников полиции. У подозреваемых изъяли более 150 единиц огнестрельного оружия, автоматы Калашникова, пулеметы, карабины, винтовки, пистолеты с глушителями, гранатомет, а также тысячи патронов и снарядов, взрывчатку и детонаторы. В ходе масштабной спецоперации ликвидировано несколько подпольных цехов, где преступники сами производили боеприпасы и ремонтировали оружие. Сейчас задержанных проверяют на возможную причастность к тяжким преступлениям на территории России.